Начнем, наверное, с подведения итогов. Как сегодня игралась первый матч за Салават, хоть и предсезонка? Как это было со льда? Ну, немножко тяжеловато, притираемся, конечно, друг к другу. И, в принципе, хороший такой соперник. Как первая игра, в принципе, ничего нового. Григорий Панин сказал, что даже очень похоже было на игру уже регулярки в какой-то степени, потому что так много борьбы было, ребята с обеих сторон старались. Как для вас? Ну, конечно, в принципе, согласен, силовые приемы и борьба, и неуступчивость, как бы, это было похоже на сезон уже. Вот, в принципе, да. У соперников сегодня было много удалений, но, вот, к сожалению, у нас большинство не сработало. С чем это можно связать? Все-таки прийти за то, что идет период подготовки или нарабатывают схемы, или другая причина, и соперник уже сыграл? Ну, конечно, в принципе, нарабатываем схемы. Что-то иногда не получается, это нормально. Будем делать выводы, есть над чем работать, как бы это нормально. Ну и как вам в зеленой форме сегодня на лед выходилось? Да круто все. Спасибо.